Вся эта интрига недели с увольнением, неувольнением Залужного, неожиданно новый поворот в ней состоялся. На сайте CNN вчера опубликована статья Залужного о том, как воевать дальше. Вот так вот. То есть позавчера CNN пишет, точно в пятницу, до конца недели Залужный будет уволен, вчера публикует статью о том, как воевать дальше. При этом, значит, примечание от редактора к этой статье примерно следующего содержания. Сейчас вам зачитаю, потом попытаюсь перевести. Потому что это вот такой английский поворот. Так только англичане умеют вот так повернуть логику. This article was written before an expected announcement of his dismissal. Ну, his в смысле Залужного. То есть эта статья была написана до ожидаемого сообщения об отставке Залужного. То есть эта статья написана не до начала скандала, не до начала разборок, а как получается? CNN сказал, ожидается сообщение об отставке Залужного, а статья была написана до того, как это сообщение произойдет, хотя оно еще не произошло. То есть статья написана до воображаемого указа об отставке Залужного. Смешно, да? Смешная такая британская политкорректная логика. Ну, американская в данной ситуации. Но чего уж там. Статья Залужного называется «The design of war has changed». Изменились как бы правила войны, дизайн войны. И снова, вы знаете, эту статью надо читать достаточно внимательно, если изучать, потому что достаточно глубоко копает Залужный. Он не пытается какие-то поверхностные там тезисы приводить, как ждешь вроде бы иногда от военного, но так по-честному. А пытается понять, что осознать, что такое новая вообще война, что такое новый тип войны. Как он и пытался в «Экономисте» сделать. Из него выхватили из этого «Экономиста» тогда вот этот жалкий тезис о том, что ну все, у нас тупик. Статья была про другое. Статья была тогда про другое и сейчас тоже. И недаром Залужный начинает издалека, аж со Второй мировой войны, что вот 80 лет назад была война, и что вот это сохранилось так, как было, а вот... Значит, ну, главная концепция войны, дескать, сохранилась такая, как была, а именно, что победой в войне считается, когда вы уничтожили противника или когда вы захватили или освободили территорию. Это победа в войне. Но, говорит, произошли большие изменения в самом порядке ведения войны, в том, как ее вести. И каждую войну надо в этом смысле рассматривать отдельно, как он говорит. Victory needs a unique strategy and follows a unique logic. То есть, что победа, в общем, она каждый раз требует уникальной стратегии победной и даже уникальной логики для конкретной войны. Вот что интересно. В частности, на этой войне, по мнению Залужного, центром вот этой уникальной логики, уникальной стратегии является использование тех средств поражения, которые не задействуют людей. То есть, это беспилотники, это беспилотные катера, это танки без экипажей, это какие-то средства эвакуации без водителя и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот пример того, что уникальная стратегия и, соответственно, уникальная логика, я вам вспомню даже, да, без Залужного. Вот, например, Корейская война севера с югом. Северная Корея против Южной Кореи. Тогда военное преимущество было на стороне Южной Кореи подавляющее, тотальное. Потому что там американцы воевали. Ну, это называлось сила ООН, но там воевала американская армия, которая вот недавно закончила Вторую мировую. И она просто разутюжила эту Северную Корею. Как докладывал командующий американскими войсками в Южной Корее, докладывал президенту США, тут приказывал бомбить сильнее Северную Корею. Тут говорит, мне нечего бомбить, там нет ни одного объекта, ни одного здания в Северной Корее нет, которое я могу разбомбить. Там куча бетонной крошки, на них сидят китайцы. Все, мы убиваем китайцев, китайцы присылают новых китайцев. Мы убиваем следующих китайцев, они присылают новых китайцев. Некоторые эпизоды нашей нынешней войны сегодня, это я сейчас отвлекся от Залужного, простите, но некоторые эпизоды нынешней войны напоминают вот эту историю войны между Южной и Северной Кореей. В Авдеевке, как нам сообщил, кстати, Зеленский на этой неделе, и многие сообщили, выстроены стены из мертвых россиян. Стены. Они выстроили уже защитные сооружения, россияне, из тел своих солдат, которых наши уже убили. Они присылают новых солдат, те из тел выстраивают стены и за ними прячутся. Это уже напоминает Северную Корею. И заметьте, Северную Корею, ведь Южная Корея не смогла освободить свою территорию, все это там остался коммунистический режим Северной Кореи. За счет гибели там миллионов людей. У них в Северной Корее миллионы. Так что действительно везде требуется своя логика и своя стратегия. И вот генерал Залужный говорит о новых технических средствах.
что только это использование, массированное использование дронов и другой автоматизированной техники, кстати, вот вам и искусственный интеллект, я думаю, в данной ситуации придет на пользу, но не тот, не русского производства, не тот, который тупой, еще тупее, а который умнее всех людей, что только это поможет, и это лучший путь для Украины избежать позиционной войны, использования этих самых автоматизированных средств управления. А дальше Залужный раскрывает тему под названием, что он недоволен тем, как в Украине развивается строительство вооружений, производство вооружений в Украине. Запасы ракет, перехватчиков ПВО, боеприпасов для артиллерии у наших партнеров исчерпываются, у западных партнеров, из-за интенсивности боевых действий в Украине, а также из-за глобального дефицита топливных зарядов. Россия же, по мнению Залужного, принимая во внимание события на Ближнем Востоке, специально отвлекает международное внимание и может попытаться спровоцировать еще новые конфликты в разных новых регионах. Кстати, чем вам Северная Корея не новый регион для этой цели? И поэтому у нас есть проблема вот с перевесом в боеприпасах. Мы остаемся ограниченными несовершенством нормативно-правовой базы в нашей стране. Это по производству вооружения. Оказывается, есть такая проблема. Вот вы, наверное, не знали, я не знал. А также частичной монополизацией оборонной промышленности. Это приводит к узким местам в производстве, например, боеприпасов, что еще больше усугубляет зависимость Украины от союзников в вопросах поставок. Понимаете? Генерал Залужный этой статьей, по-моему, по чуть-чуть выносит наружу свои противоречия с президентом Зеленским. Вот он критикует систему создания вооружений. Критикует то, что есть монополизация производства вооружений. Но это намеренно сделано, да, выносится наружу то, что можно вынести. То, что, возможно, при помощи западных партнеров можно решить. Так что вполне себе рабочая идея. Но дальше больше. Дальше генерал Залужный в своей статье делает такое заявление, которое абсолютно новое. Абсолютно новое. Сейчас я вам его расскажу. Значит, он утверждает, что, ну, знаете, я не буду там опускаться дальше в детали того, какие именно дроны надо создавать, как они в результате разведки приносят какую ценную информацию и так далее, и так далее, и так далее. Но, по мнению генерала Залужного, на сегодняшний день Украине нужно 5 месяцев для того, чтобы создать принципиально новую систему управления войсками на фронте, чтобы суметь интегрировать вот все, что есть сегодня там электронного и так далее, я тоже упрощенно так говорю, чтобы создать цифровую карту войны. Цифровую карту войны, цифровую систему управления войной. Интегрировать туда, видимо, авиацию, но он слово авиации не пишет. Но все вот эти дроны, все вот это же впервые создается. Централизованная система управления. Это, знаете, это в компьютерной игре хорошо, когда ты сидишь, у тебя все кнопочки, у тебя там танки пошли, там самолеты полетели, здесь у тебя снаряд добавили, здесь прибавились, и все это высвечивается. Но, видимо, сейчас этого в жизни не существует. И он пишет про эти 5 месяцев. И меня это прямо заинтересовало особо. Ведь до этого мы такого тезиса никогда не слышали. Что это за 5 месяцев такие? То есть, видимо, но это мои догадки дальше пойдут. Видимо, Залужный утверждает следующее. Да, taking everything into account at this moment within the creation of such a system could be achieved in 5 months. Ну, не буду опять в детали погружаться. И, кстати, да, он пишет, но наш партнер в такой же взгляд на этот предмет. То есть Залужный просит у президента, насколько я понимаю, 5 месяцев на реорганизацию нашей армии под новые электронные стандарты. Интересная история, содержательная. Какая-то интрига, мне кажется, здесь есть. Ну, дальше уже все остальное, вот это главный ключ. Мне кажется, эти 5 месяцев – это ключ. Дадут ли Залужному 5 месяцев на то, чтобы перестроить эту армию, с учетом того, что, как он утверждает, партнеры считают точно так же. Дальше он называет 3 основные цели на 2024 год в войне с Россией, но с ними, ну что, создание системы обеспечения вооруженных сил высокотехнологичными средствами. Шо, да. Внедрение новой философии подготовки и ведения боевых действий, которая учитывает ограничения в средствах и способах их применения. То есть, что у нас средств мало, снарядов мало, поэтому мы должны с учетом этого создать новую систему управления войной. И как можно быстрее осваивать это третье новые боевые возможности. Вот такая статья. Но про эти 5 месяцев запомните этот твит, как говорится. Если сейчас нынешняя волна истории про уволили, не уволили Залужного,
Если она сейчас закроется, заглохнет, остановится, если выяснится, что все это неправда, и все продолжаем, все остаются на своих местах и остаемся воевать, как воевали, то похоже, что новая волна, новая... Заново мы вернемся к обсуждению этой темы 1 июня. 1 июня. 1 февраля была опубликована эта статья. Прибавьте 5 месяцев, и будет у вас 1 июня. День защиты Залужного. Ну, я шучу, день защиты детей, конечно. Запомните это, запомните, товарищи.